изменился. Нет, Волошин даже остается до сих пор. Хотя показывал о замене уже довольно большое количество времени назад. Шахмельян вырвался вперед, а здесь удар Баженова и очень красивый гол Павла Баженова. Вот перекладина, мяч пересекает таки ленточку. Фантастическое попадание. Ну вот увидели мы первый забитый мяч вратарем в предыдущей встрече. Да, это получается уже второй. Павел Баженов открывает счет своим забитым мячам в чемпионате России. И тут же смена вратаря. Что интересно, Денис Пархоменко занимает место в воротах.